день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса. И мы снова с вами. И снова у стен старого города Иерусалима. И наверняка уже многие из тех, кто посещал Иерусалим, уже узнали это место. А кто еще мало знаком с Иерусалимом, то знайте, мы у новых ворот. А ворот старый город всего 8. И как вы догадались по названию, это вход в самый новый. А ведь есть еще одно название. Правда, оно мало используется. Название этих ворот – ворота султана Абдул-Хамида II. Потому что именно по его приказу и прорубили вход в этот город. А возникает вопрос, а зачем прорубили? Ведь есть же немало других городских ворот. К чему же лишняя возня? Так по какой же причине возникла необходимость в еще одном входе в старый город? А причина такая. Иерусалим во второй половине 19 века значительно расширился. Потому что строительство, как вы видите, вышло за пределы стен старого города. В это время крупные державы стремились усилить свое политическое присутствие в Святой Земле, которая несколько веков находилась в составе Османской империи и на тот момент была совершенным захолустьем или периферией Османской порты. Так называли тогда эту империю. Первыми вне стен города появились русские постройки. Территориально, чтобы стало понятно, буквально рукой подать или несколько шагов пройти. Перед нашим взором предстанут Троицкий собор русской духовной миссии, больница, подворье для паломников и здание самой миссии. А это прямо по курсу постройки французские. Госпиталь Сент-Луис, монастырь сестер Милосердия и комплекс Нотр-Дам-де-Франс. Постройки французов появились на пару десятков лет позже, чем русские, до этого доминирующие вне стен города. Зачастую между великими державами возникала достаточно серьезная конкуренция и значительные споры. Но вот вопрос о новых воротах стал как раз совместным проектом между миром православия и католицизма. Российская империя и Франция сумели тогда договориться о совместном проекте новых ворот для удобства прохода русских и французских паломников в христианский квартал с целью как можно быстрее достичь самой важной и значимой святыни старого города Иерусалима. Для христианских паломников это церковь гроба Господня. С появлением новых ворот, которые вот вы видите за мной, появился более близкий путь к гробу Господня от русских и французских построек. И через дипломатическое влияние послов Франции и России в Константинополе султан Абдул-Хамид II приказывает пробить новые ворота в стенах старого города и облегчить доступ в христианский квартал. Произошло это событие в 1889 году.
вам и объяснение, почему ворота назывались воротами султана Абдул-Хамида II. Ну, а названия новые, в объяснениях вообще не нуждаются. А сейчас самое время войти в христианский квартал как раз через эти ворота. Стоп, подожди. Мы упустили кое-что интересное и важное из истории этих мест уже с середины 20 века. И расскажем, конечно же, сейчас. Давай-ка расскажем. От беспощадного ближневосточного солнца мы спрятались сюда, в тень, рядом со стенами старого города, где и продолжим наш рассказ. Если в 19 веке этими воротами соединили новый и старый Иерусалим, то в 20 веке, после образования Израиля и войны за независимость, именно здесь город разделили. Посмотрите, вот идет трамвай, его путь как раз проходит по бывшей городской линии, или линии прекращения огня, или демаркационной линии. История появления этой линии немного курьезна. В одном из районов города, недалеко отсюда, в ноябре 1948 года, собрались израильский полковник Моше Даян и иорданский подполковник Абдалла Аталь. На карте они начертили две линии раздела между своими войсками. Моше Даян чертил зеленым карандашом, а Абдалла – красным. Линии чертились на мелкомасштабной карте химическими, незаточенными карандашами. Представляете? Линии так получились толстыми, а кое-где еще растеклись, перечеркивая кварталы и улицы. Рисовались линии временно. Каждый предполагал, что впоследствии стороны более подробно все обсудят и договорятся. Но ничего не бывает таким постоянным, как временное. И почти 20 лет именно эти линии служили официальными границами. А то, что между ними – нейтральной территории. И этот монастырь тоже оказался на нейтральной территории. Ну не разрушать же его. А я расскажу вам одну интересную историю, произошедшую в 1954 году. Когда я впервые вкратце ее услышала, то мне она показалась просто каким-то анекдотом. Но в Иерусалиме все очень серьезно. И подтверждение этому, действительности этого события, есть даже фотография известного израильского фотографа Давида Рубингера. В своих фотографиях он изобразил, вернее, показал Израиль всему миру своими глазами. И радость Израиля, и его печаль и горе, его людей, его лидеров, его красоту, надежду и отчаяние. Почти 500 000 фотографий, среди которых есть фотография, на которой и запечатлена вот эта история. Как вы уже догадались, французский монастырь находился на нейтральной территории. И надо же такому случиться, что у престарелой монахини, она выглянула в окно, и то ли чихнула, то ли зевнула сильно, выпадает в окно вставная челюсть и исчезает на нейтральной территории. Хорошая, дорогая челюсть, изготовленная французским мастером. Безутешная монахиня отправилась к настоятелю. Он не слышал, чтобы кто-то попадал в нейтральную полосу. Иорданские снайперы стреляли по приближающимся к нейтральной полосе израильским прохожим. И обоюдные жалобы сыпались в комиссию ООН по соблюдению перемирия чуть ли не каждый день. А Тереза была безутешна в своем горе. И настоятель обратился к израильскому офицеру Узи Наркису. Тот, конечно же, не остался равнодушным. А он командовал тогда центральным военным округом. Наркис был впечатлен этой историей. Обратился в комиссию по соблюдению перемирия. Председателем этой комиссии был французский офицер по фамилии Карна. Он, конечно же, не остался равнодушным к проблемам своей соотечественницы. И обратился к иорданцам. Собрали делегацию в составе 3 человек по поиску челюсти. Итак, в составе делегации по поиску челюсти были израильский представитель, иорданский представитель и тот самый француз Карна. Пока шли переговоры, в течение дня уже стемнело, и поиски было решено перенести на следующее утро. Не просто было найти. Челюсть искали по траектории падения, но тем не менее челюсть была найдена и возвращена, торжественно возвращена его владельце. А за ночь
Эта история, представляете, приобрела уже международную огласку. И сюда даже был послан тот самый фотограф из журнала Life, Давид Рубингер. Он-то и запечатлел эту историю. И вот на фотографии стоит монахиня с челюстью в руках. Но это не та Тереза, старушка Тереза, которая потеряла. Она наотрез отказалась фотографироваться. Стоит ее подруга и в руках держит челюсть. Надеюсь, вас не утомила эта история. А мы продолжим и пойдем к новым воротам в старый город. Христианский квартал «Воскресный день» отдыхает. А снимали мы этот материал именно в воскресенье. Здесь тихо и немноголюдно. И я бы даже сказала сонно. Возможно, из-за аномальной жары. Как вы видите, практически все христианские сувенирные магазинчики закрыты. А здесь обращает на себя внимание большое здание католического колледжа. Христианский квартал, пожалуй, самый тихий квартал старого города. Его жители привыкли к спокойному и размеренному образу жизни. Общее количество жителей достигло примерно 5000 человек, большинство которых местные арабы-христиане разных конфессий. Большие площади квартала занимают комплексы зданий церковных организаций. Греческая православная патриархия в Иерусалиме, Латинская патриархия, Коптская патриархия, Орден францисканцев, Кустодия Террасанта. Среди этих многочисленных церквей, монастырей, христианских школ, сувенирных лавок и кафетериев еще живут из поколения в поколение люди. Посмотрите на этот указатель. Да-да, в Иерусалиме есть свой Санта-Клаус, и живет он в христианском квартале, где-то там, куда нас ведет этот указатель. И мы идем, чтобы показать вам, где живет наш иерусалимский Санта. В этом доме христианского квартала живет тренер, баскетболист Иса Анискасиси. Дому 700 лет. А вот и вход. Но в рождественские новогодние дни Иса становится иерусалимским Санта-Клаусом. И тогда открывается другая вот эта дверь в его резиденцию. Наш Санта единственный в мире, разъезжающий на верблюде. И у него есть машина для искусственного снега. Настоящего-то в Иерусалиме почти не бывает. Иса обучался в специальной школе Санта-Клауса в Денвере, в США. Получил лицензию, но на этом не остановился и повысил квалификацию в самой старой в мире школе Сант в Мичигане. Сейчас Санта отдыхает. А если хотите, пишите ему письма. Посмотрите на эти облака в небе. Они сегодня как будто из снежной машины иерусалимского Санта-Клауса.
дальше, по тихим сонным улочкам, заглядывая в маленькие дворики, спрятавшиеся за старинными и массивными дверями. Так что же прячется от любопытных глаз путешественников за этим входом? Совершенно очаровательный и уютный Иерусалимский дворик. Его неровные, асимметричные линии создают особую атмосферу. Могли бы вы подумать, что это дворик греческого православного монастыря? Это монастырь Феодора Тирона и Феодора Стратилата. Попросту монастырь двух Феодоров. Конечно же, здесь есть небольшая церковь. А вот монахов здесь нет. И живут здесь сейчас семьи местных жителей-христиан, заботливо украсивших этот дворик. Два Феодора – это воины, жившие в Римской империи в начале 4 века нашей эры. И оба святых прославлены православной церковью как великомученики. Стратилат в переводе с греческого – военачальник, а Тирон в переводе с латинского слова «тиро» означает «новобранец». Первые упоминания об этом монастыре относятся еще к 7 веку нашей эры. Интересно, что в 19 веке монастырь предназначался в том числе для русских православных паломниц, приезжавших на поклонение святыням. Но как пройти мимо этих уникальных граффити 18-20 веков на греческом языке? Мы тоже остановились перед ними и представляем и вам возможность посмотреть на эти исторические свидетельства. Пройдя мимо отеля для паломников Казанова, мы спускаемся по узкому проулку к известной улице Греческой Православной Патриархии. Есть здесь и больница, и школа, и резиденция Иерусалимского Патриарха. Есть и еще один невидимый монастырь. Мы сейчас зайдем во двор именно такого монастыря. Здесь также живут семьи православных арабов. Это монастырь святителя Николая Чудотворца. Как и в Феодоровском монастыре, монахов мы здесь не встретим. Все помещения заняты семьями местных жителей, большинство из которых православные арабы. Нет точных исторических данных об этом месте, но есть на камнях несколько клейм мастеров гильдии каменотесов 12 века. Это период правления крестоносцев. В более поздней истории монастыря явно прослеживается грузинский след. Об этом напоминают вот эти грузинские надписи. Но к концу 17 века монастырь перешел в собственность Иерусалимской греческой патриархии. В начале 19 века здесь открыли школу для арабских детей. А с 1852 года работала здесь типография.
печатали учебники, исторические труды, богослужебные и богословские книги. Без дворовых кошек не обошлось и здесь. Эта кошка необыкновенного окраса с оттенком розового безмятежно проводила время во дворе монастыря. Монастырь находится совсем рядом, буквально в полминуты ходьбы от комплекса зданий греческой православной патриархии. Центр комплекса занимает резиденция православного патриарха Святого Града Иерусалима Феофила III. Многие паломники наверняка помнят этот вход и бывали здесь на встрече с Иерусалимским патриархом. К резиденции патриарха примыкают канцелярия, патриаршая церковь святых равноапостольных Константина и Елены, архив и библиотека, кельи членов Святогробского братства и другие служебные помещения. Мы на улице христианского квартала. Сейчас здесь нет обычной суеты в рядах торговых лавок. Нет паломников, нет туристов, которые раньше в обычное время заполняли эти улицы. Это самые настоящие камни римской улицы Древнего Иерусалима. Как много могли бы они нам рассказать, но не молчат. Через небольшую улицу Святой Елены мы идем к главной христианской святыне всего старого города – храму гроба Господня. На площади перед центральным входом совсем немноголюдно. Эта лестница на центральном фасаде стоит у окна на протяжении многих десятилетий. Весь основной комплекс здания сохранился со времен перестройки храма крестоносцами в 1149 году. Колонны и капители помнят многое, и, пожалуй, совсем мало найдется людей, не слышавших их историю.
Посмотрите, какие засовы. На дверях много надписей, оставленных паломниками в разное время на разных языках. С 333 года нашей эры, с небольшими перерывами во время разрушений, принесенных завоевателями, на этом месте в церковных богослужениях прославляется воскресший Христос. Давайте вместе зайдем в почти безлюдный храм гроба Господня и окунемся в сегодняшнюю атмосферу этого святого места. Мы зашли в храм как раз во время начала вечернего богослужения, когда диаконы греческой православной, армянской апостольской и коптской церквей совершали кождение по всему комплексу церкви гроба Господня. Видимо, незадолго до нашего прихода на камень миропомазания возлили благовонное масло и камень благоухал. Пределы Голгофы и Кувуклия над тридневным ложем Спасителя были практически безлюдны. Нет очередей, нет паломников, нет туристов. Немногочисленные посетители – это в основном христиане, жители Израиля. Необычная, непривычная и немного странная реальность. Есть в этом в то же время какая-то мистическая камерность. Ведь последние годы здесь было очень многолюдно. И святое место из-за чрезмерного наплыва посетителей вынуждено приобретало лапидарно-музейные черты. Сейчас здесь царит молитвенная тишина и покой. А я почувствовал еще какой-то оттенок легкой грусти. Ведь так много искренне верующих людей, которые ждут момента, когда снимут ограничения в передвижении, и они смогут, кто впервые, а кто еще раз, поклониться этой великой святыне христианству. Thank you.
И снова мы в атмосфере восточного города. На площади Мористан мы увидели, что в фонтане есть вода. И он, как оказалось, еще и потихоньку фонтанирует. Не ожидали. Многие кафетерии и сувенирные лавки открыты, но посетителей совсем нет. Сейчас вы видите церковь Иоанна Предтечи. Вход во дворик монастыря со стороны улицы Христиан закрыт. И зная это, мы подошли к церкви с другой стороны. Дорогие друзья, сегодняшнее наше путешествие подошло к концу. С вами были Павел и Лариса. Путешествие началось у Новых Ворот, а закончилось у Явских. Напротив, кстати, башни Давида. Кстати, о Явских воротах у нас есть также фильм, который вы можете посмотреть, перейдя по ссылке. Ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Спасибо вам, что вы поддерживаете наш канал. Будьте счастливы, здоровы и благополучны. До свидания, до новых встреч!